Здравствуйте, уважаемые коллеги. Позвольте представить тему моего доклада «Оценка эффективности однократной экспозиции геля при установке формирователя десневой манжет». Хочу поблагодарить весь авторский коллектив за огромный вклад и помощь в это исследование. Установка формирователя десневой манжет – это неотъемлемый компонент протокола протезирования зубов с опорой на имплантаты. Существует два основных протокола – это одномоментная установка и двухэтапные, когда после установки имплантации через 4-5 месяцев устанавливается формирователь. Назначение основное формирователя десневой манжеты – это моделирование десневого контура, высоты, формы, объема мягких тканей в области будущей ортопедической конструкции. В литературе есть данные о применении внутрь шахты имплантата препаратов с антисептика различных форм выпуска, как раствор, так и гель. Однако нет данных о целенаправленном применении какого-либо препарата в период установки формирователя десневой манжеты. Применение антисептического компонента, оптимальным антисептическим компонентом является хлоргексидин по последним данным научной литературы. Причем самая оптимальная концентрация это 0,12%, так как именно эта концентрация обеспечивает именно бактерицидный эффект, не бактериостатический, и сохраняет эффективность в течение длительного времени. Уже имеется опыт применения геля как с хлоргексидином в названной концентрации, так и с растительными компонентами в виде дигидрокварцетина и экстракт караосины. Оба геля показали высокие противовоспалительные качества, кровоостанавливающие, регенерирующие действия. Соответственно, научный и практический интерес представляет оценка именно временных параметров репарации и васкуляризации вместе установки формирователя после однократного применения геля однократной экспозиции в условиях одинакового дизайна исследования. И целью исследования является оценить эффективность однократного применения гелевых форм в составе с растительными компонентами дигидрокварцетин и экстракт караосина и в составе с химическим антисептиком. Это хлоргексидин в концентрации 0,12%. Здесь представлен перечень публикаций на эту тему. Как видно по годам, исследование продолжает проводиться и по сей день. В исследовании представлены результаты сравнения разных гелевых форм. Первый гель представлен в составе с химическим антисептиком, вторая форма геля с растительными компонентами без хлоргексидина. Вместо него использовался экстракт караосина и дигидрокварцетин. Несмотря на разные составы, обе гелевые формы обладают рядом уникальных физических свойств. О них я еще поподробнее поговорю в дальнейшем, более наглядно. Имеется патент на гелевую форму в составе с растительными компонентами. Как показал патентный поиск, гель показал высокие противовоспалительные, противовирусные и бактерицидные свойства и кератопластические, высокие антиоксидантные, антигипоксантные свойства. Группа исследований. Все пациенты разделены на три группы. Контрольная группа представлена пациентами, которым при установке вводили только однократную экспозицию раствором антисептика. Группа сравнения. Пациентам вводили период установки формирователя, раствор антисептика и однократно применяли гель с хлоргексидином в составе. И группа, соответственно, исследования вводили гель с хлоргексидином и гель с растительными компонентами без химического антисептика в составе. Дизайн мукогингивальной пластики в области формирователя. Формировали слизисто-надкосничный лоскут расщепленный. Забор аутотрансплантата проводили либо с нёба, либо с бугра верхней челюсти. Проводили деэпитализацию свободного аутотрансплантата и фиксировали к принимающему ложу с помощью швов. Далее устанавливали формирователь. Дизайн применения геля
не представлял трудностей благодаря уникальной форме, это в виде тубуса с канюлей и поршнем, по сути, как пластиковый шприц. Соответственно, было два дизайна: установка формирователя без мокрой гингивальной пластики и сочетанно с ней. Протокол применения геля. Сроки оценивали на 7 и 10 день по клиническим показателям и измерениям. Соответственно, измерения проводили с помощью парадонтологического градуированного зонда. Здесь мы видим раскрытие имплантата на втором хирургическом этапе. Десневая манжета после раскрытия, через 4-5 месяцев после установки дентального имплантата. Измерение ширины орально и вестибулярно с помощью градуированного зонда. Измерение вертикального объема. И здесь мы видим, собственно, нанесение геля на формирователь десны из тубы дозатора с канюлей. Наносим перед непосредственной установкой в имплантат. На правой фотографии установлен формирователь. Часть геля, благодаря его свойствам, выходит наружу. И мы распределяем оставшиеся части по формирователю и по краю маргинальной десны. Можно заметить, что уже после распределения наблюдается кровоостанавливающее свойство геля по сравнению с правой фотографией. Здесь представлен состав гелей. Гелевая композиция одинаковая в обоих случаях, различие лишь в активных компонентах. В геле с флоргексидином в качестве химического антисептика служит флоргексидин концентрации 0,12%. Гель с корой осиной дигидрокварцетином, соответственно, вместо флоргексидина имеет растительный компонент. Это приготовление геля. Вот видно более наглядно гель с флоргексидином. Активные компоненты. И гель с экстрактом кореосины и дигидрокварцетином без химического антисептика в составе. Несмотря на различия в составе, как было сказано, обе гелевые формы имеют уникальные физические свойства. Это адгезивность, способность геля прилипать к высушенной поверхности как биологического происхождения, то есть мягкие ткани десны, так и небиологического, как на иллюстрации, например, вот стеклянная палочка. Это гель с растительными компонентами. Вязкость, способность геля при выведении оставлять такую струю, которая оставляет свою форму на долгое расстояние. Гель с растительными компонентами, обратите внимание. Текучесть, способность геля при выделении тянуть за собой остатки геля и работать по типу жидкости. Гель с корой осины. Вязкость. Однородность обеспечивается за счет смешивания компонентов, и таким образом все равномерно распределяется, все твердые включения и пузырьки воздуха. Плотность, способность геля после выделения долго оставлять оформленную массу, не формируясь долгое время. И консистенция. Длительное время гель сохраняет свою густоту. Гель с корой осины. Пластичность заключается в том, что гель после нанесения долгое время сохраняет свою плотность. Гель с корой осины. За 2 года было установлено 67 имплантатов. Всем пациентам проводилось комплексное исследование. Оно заключалось не только в измеримых клинических показателях, но и в фенотипических показателях, которые мы... Была таблица, разработана Марией Александровной Носковой в 2017 году, и по сей день ежедневно мы в практике используем эту таблицу для каждого пациента и назвали ее, соответственно, фенотипическим планированием. Как было сказано, все измерения выполняли парадонтальным зондом. Неизмеримые показатели оценивались визуально.
зафиксировались в таблицу, разработанную коллективом авторов. Ну и перейдем к клиническим примерам. В данном случае пациентке установили имплантат, была двухэтапная методика. После установки имплантата через 4-5 месяцев устанавливали формирователь с мукогингивальной пластикой, аутотрансплантат забирался с угра верхней челюсти. Соответственно, этап раскрытия имплантата, забор аутотрансплантата с угра верхней челюсти, нанесение на внутриимплантную часть формирователя геля с лапексидином и установка его во внутриимплантат. Результат через 7 дней. На правой иллюстрации экспозиция геля не проводилась и проводилась. Разница видна. Через 7 дней в случае однократной экспозиции геля уже была 100% эпителизация, мацерации тканей и отека не выявлено, тургор адекватный. В случае же без экспозиции геля эпителизация была не полная, что видно, мацерация тканей наблюдается. Другой пример, исходная клиническая ситуация, оголение заглушки имплантата, 24-й зуб. Производилась мукогингивальная пластика, на этот раз аутотрансплантат брался с неба, достаточно большой аутотрансплантат, 1.5 сантиметра, как видно. Проводилась мукогингивальная пластика, готовились формирователи десневой манжеты, нанесение с помощью вкуса, геля с корой осины дигидрокварцетином. Соответственно, это состояние формирователя непосредственно перед внесением его в имплантат. Установлены формирователи, фиксированы швами. Клиническая ситуация через 7 дней. Как видно, произошла уже частично 90% эпителизация. Мацерация ткани не выявлена, отек умеренный в пределах нормы. Клиническая ситуация на 10-й день, 100% эпителизация, мацерация отека ткани не выявлены, тургор плотный, слизистая оболочка бледно-розового цвета, физиологическая окраска. Состояние переимплантной ткани через 10 дней, измеряли вестибулярный объем десны, выявили увеличение его объема в области 24-25 зуба. Все данные были занесены в таблицу. Все это можно увидеть в статье, которая уже опубликована. Ну, таким образом, мы сделали выводы, что дизайн установки формирователя не влияет на срок регенерации. Установка свободного аутотрансплантата в область формирователя формирует объем десны, но на более глубоко лежащих слоях, при этом регенерация во всех случаях в одинаковые сроки. И мы сделали выводы, что на поверхностных слоях регенерация произошла исключительно за счет воздействия гелевой формы. И именно гелевая основа сама по себе является огромным преимуществом, потому что за счет нее идет пролонгированная активация всех активных компонентов. Эпитализация во всех случаях была 100% уже на 10-й день. И в случае с гелем, с растительными компонентами и с химическим антисептиком в составе. Во всех случаях применение геля оправдано, и мы это рекомендуем во всех случаях установки формирователя десневой манжеты. Физические свойства гелевых форм, как уже было сказано, именно за счет своей гелевой основы способствуют замедленному раскрытию активных компонентов, как в случае с химическим антисептиком в составе, так и с растительными компонентами без хлоргексидина. Соответственно, необходимо продолжать исследования, и мы считаем, что более перспективной как раз нужно работать над гелем без хлоргексидина в составе. У него есть ряд преимуществ, потому что отсутствует привыкание бактериальной флоры и, возможно, неограниченное применение этого геля. И целесообразно продолжать исследования именно в этом направлении. Спасибо за внимание.
Позвольте, я скажу пару слов, как разработчик этой технологии и соавтор, кто непосредственно причастен к разработке этой продукции. В 2014 году мы взяли у компании «Фиталон» давно существующие, исследованные несколькими институтами Санкт-Петербурга, в том числе разработки для регенерации в полости рта. Но, к сожалению, это направление очень крепко спало на тот момент. Мы попросили их изготовить для нас эликсиры с высокой концентрацией активных компонентов, один из которых обладал кровоостанавливающим действием, другой дезодорирующим, а третий минерализующим. В итоге мы поняли, что эти все эликсиры нужно объединить в один, потому что все эти компоненты нам нужны. В дальнейшем у нас появился ополаскиватель, который вы можете вот сегодня получить пробник у наших коллег и посмотреть. Он содержит также экстракт осиновой коры и медные производные хлорофилла. Нам удалось объединить несколько компонентов именно растительного происхождения, чтобы не ограничивать по длительности применения, частоте использования, длительности использования, длительности экспозиции. Используется это как в кабинете, так и для домашнего применения. По данному конкретно докладу, есть, мы предлагаем вам взять с собой вот такой журнал, это препринт статьи, который появится в октябре этого года, конференции Военно-медицинской академии, кафедра общей стоматологии, где мы являемся партнером и организатором для Военно-медицинской академии этой конференции, мы вас тоже там ждем, здесь будет об этом реклама. А если вам тяжело нести эту публикацию, то вы можете попросить у коллег QR-код, скачать ее в электронном виде. Это было в том, что есть много средств, которые либо содержит химический антисептик, либо субстраты для регенерации. Ну, анализируя рынок, как провизор, я могу сказать, нет средств, которые бы действовали и как антисептик, как субстрат для регенерации, а точнее мультинаправленно, чтобы и очищать от остатков детритной массы раны, если мы говорим о хирургии, и стимулировать процессы обмена, репарации, регенерации, и нормализовывать обменные процессы микроциркуляторного русла, и доставку кислорода в ткани, и поддерживать все эти эффекты длительное время, не вызывать привыкания, иметь возможности применять сколь угодно долго. Мы вместе с технологом перебрали 28 вариантов основы, пока нам удалось ввести все активные компоненты в состав, чтобы они не выпадали в осадок, были стабильны, высвобождались замедленно. Ну и, в общем-то, нам удалось победить. Хочу сказать спасибо огромной компании «Фиталон», потому что та разработка, которую мы имеем на сегодня, спасибо Виталию Панцула, я могу сказать, он активно тоже внедряет нас по всей стране, читая лекции от Калининграда до Дальнего Востока и за рубежом, и показывая, как он это использует. И в зоне забора трансплантата, и после любой хирургии, и подформирователь десны, а также это, и натирающие протезы, и натирающие брекет-системы. Это любые нежелательные повреждения в полости рта, включая ятрогенного характера. Это препарирование маргинального края десны под ортопедические конструкции. Мы имеем 36 состояний на сегодня по МКБ-10, ну сейчас будет МКБ-11, значит мы по ней будем иметь, где мы можем применять гель. Мы работаем с НИИ Пастера Санкт-Петербург для проведения исследований на бактерии. Мы работаем с НИИ Гриппа Смородинцева для проведения исследований на вирусы. Мы имеем 6 клинических кафедр на сегодня. Мы занимаемся исследованиями и с ортодонтами, и с ортопедами, и с имплантологами, и так далее. И все это я делаю как частный научный деятель, можно сказать. Поэтому, если вы занимаетесь наукой, то давайте объединяться в команды. На сегодня можем предложить и готовые темы, и уже наработанные части исследований, и привлечь как вот, да, в какую-то единую рабочую такое содружество. Спасибо вам за время и внимание.